Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 38 на странице 76. Рабочей тетради по математике для 4 класса. Автор Маро. Рассмотри чертеж на странице 59. Проведи в фигуре с номером 1 одну из диагоналей. Вычисли площадь каждого полученного треугольника. Чтобы найти площадь каждого полученного треугольника, сначала нужно найти площадь прямоугольника. Итак, проведем сначала диагональ. Теперь найдем площадь этого прямоугольника. Его длина 3 сантиметра. Ширина 2 сантиметра. Чтобы найти площадь, нужно 3 умножить на 2. То есть длину умножить на ширину. Получится 6 сантиметров квадратных. Площадь этого четырехугольника, прямоугольника. Теперь, чтобы найти площадь одного из треугольников, или площадь каждого треугольника, нужно 6 разделить на 2. Получится 3 сантиметра квадратных площадь каждого треугольника. Пишем ответ 3 сантиметра квадратных. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.